туалет схожу. Давай. Пойду по воду. Что-то колонка замерзла, наверное, два дня воды не было. Ночь. Боятся, думаю, что бы не было. Они меня боятся видеть. Так. А я так. Просто. За компанию, да? Вот Игнатий на все уходит. Он пошел с ведрами. А еще обещали вчера вечером колонку отогреть, но так что-то ничего не сделали. Вот он выходит. Кто-то звонит. Да, говорите. Да, я. Добрый вечер. А он вышел. Сейчас скоро зайдет. Ну, перезвоните минут через 10. Ага. Все, с Богом. Никита пошел следом тоже. Маша такое. Что-то Игнатия сейчас долго нету. Неужели вода появилась? Нет, с пустыми ведрами идет. Что-то второй день уже так и не отогрели. Он уже ушел. Вон он идет. Заходит. Вот так. Нету воды. Надо экономить воду. Сейчас прямо сидеть надо. Завтра сказать, что принесли. От Игоря в этих банках. Нету. Почему они не оттаяли? Водоканал. Не знаю. Игорь посоветовал сходить к Марине набрать. Там у них. Куда? К Марине набрать. Еще лучше. Да привезти банки. Завтра поедет и привезет. Позвонить ему, чтобы залил и привез. Банок-то полно. 5-литровые. А две банки это ведро. 4 банки, 2 ведра. Днем Надежда Васильевна ходила. Мы первый раз с ней встретились. Она идет оттуда с ведрами пустыми, а я туда. Говорит, плохая примета, когда баба с пустыми ведрами пойдет. Почему? Колонка замерзла. Я понял, разгадал эту тайну. Ну все, слава Богу. Интересная судьба колонки наши. Раньше строили как небольшая такая комната, и там сидела женщина. Ты подходишь, она тебе кран открывает, она течет теплая, чтобы вода была. А сейчас никак, бросишь на улице, застывает. А сейчас разве такая температура, как тогда? Тогда была под 40 с лишним градусов, а сегодня-то 18 всего. Все, поехал на свою работу. Ой-ой-ой, что они тут делают?
Что, все? Выключать? Да.